Всем привет! На ТВЦ выходит новый сериал под названием «Верить, не верить». Таня Корольова узнает, что ее мать Елена, много лет не имевшая личной жизни, внезапно решила выйти замуж за Сергея, человека значительно моложе ее. Казалось бы, любви все возрасты покорны, и зрелые женщины нередко имеют успех у более молодых мужчин. Однако Таня начинает подозревать, что Сергей может быть мошенником и аферистом, который бросает своих жен. Таня пытается отговорить мать от скоропалительного брака, но Елена безумно влюблена в Сергея и не хочет слышать доводы разума. Сергей же, чтобы не портить отношения с дочерью своей невесты, всеми силами пытается доказать Тане, что любые поклепы на него не имеют никаких оснований. Тане не удается остановить мать, и Елена выходит замуж за Сергея. А затем с Тоней связывается незнакомец Антон Титаренко, утверждающий, что его родная сестра также стала жертвой Сергея. Премьера двухсерийного сериала «Верить, не верить» состоится 4 декабря на ТВЦ.